Крепление состоит из полиацетальной плиты и растроповки ремней 50-30 мм и замка. Значит, вторая часть состоит из часть ответного крепления с замком и обычный селфи-пал с резьбой 1/4, здесь тоже 1/4. Значит, как все это работает? Значит, мы берем, вставляем око и фиксируем. Все. Ну, надежно зафиксируем. Далее берем камеру. Накручиваем. Этого. Проще всего одевать вот так вот. Здесь. Если надо увеличить, можно увеличить, если меньше. Также можно включать или выключать. Это еще можно так вот сделать.